Завтра небо накроют облака. Иногда покажется солнце. Ночью по северо-восточной половине республики пройдут небольшие дожди. Днем осадков не ожидается. Ночью столбик термометра покажет от плюс 9 до плюс 14. Днем потеплеет до плюс 17, плюс 23 градусов. Ночью утром в некоторых уголках страны ожидается мощный ветер. Порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Такая сила может согнуть даже ствол дерева. Поэтому стоит быть начеку. Площадь лесных пожаров в Калифорнии побила исторический рекорд. В этом году она превысила 809 тысяч гектаров. Такого в штате еще не бывало. Погибли 8 человек. Более 3300 строений разрушены. Сейчас в регионе сохраняется низкая влажность и порывистый ветер. Они помогают пламени разгораться сильнее. Завтра в Бобруйске будет облачно, сквозь тучи будет пробиваться солнце. Дождей не ожидается. Днем потеплеет до плюс 20, ночью воздух остудится до плюс 13. Анастасия Похлёстова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.